В селе Клюевка Кабанского района День знаний ждали с особым чувством. При строительстве новой школы постоянно возникали проблемы. Справились ли с ними подрядчики? На открытии вместе с главой Бурятии побывала наша съемочная группа. Школа – это целый мир, двигатель мечтаний. Мой учитель, мой кумир, он хранитель знаний. Старое здание Клюевской школы давно обветшало. В последние годы дети учились в здании сельской администрации и библиотеки. Новая школа на 100 мест оснащена всем необходимым техническим оборудованием. Технические средства обучения – это очень хорошо. Я веду изобразительное искусство, и поэтому для меня это просто мечта сбылась. Хочешь учиться в школе? Очень. Тимоёта, а что ты думаешь самое интересное в школе? Учеба и знания. Помимо современных учебных классов, в новой школе есть мастерская по обработке металла и дерева, лаборантская, мастерская по обработке тканей и спортивный зал. Школа очень хорошая. Прямо все классы оборудованы, новые компьютеры, новая вся техника. И школа очень хорошая. Большая, удобная, самое главное. Вот этот спортзал, это вообще, это очень хорошо. Строительство шло 3 года. За это время сменилось 4 подрядчика. В конце концов пришлось вмешаться к главе Бурятии. Алексей Цыденов взял ход строительства под особый контроль. Такой народный объект получился, где все приложили усилия. Но главное, что у наших детей появилась хорошая школа. Здесь также еще дополнительно у нас уже профинансировано строительство дороги сюда, асфальтированного подъезда к школе. Буду очень я стараться, буду спортом заниматься, стану сильным, как Ван Дам, и в обиду вас не дам. Мариам Восконян, Юлия Туманова, Ринчин Павлов, телекомпания АТВ.